И прямо сейчас у нас на связи пенсионерка Елена Мисюль. Здравствуйте. И Раиса Росс, социальный работник из Нью-Йорка. Слышите ли вы студию? Да. Спасибо большое, что присоединились. Итак, Раиса, к вам вопрос всегда. Ну, я не знаю, практически несколько раз в неделю к нам поступает один и тот же запрос. Объясните, как это делать, как пользоваться, кто имеет и кто не имеет. Потому что по разным мнениям ходят, опять же, слухи. Русскоязычные горожане не всегда могут понять, что им делать, куда им идти, в город и штат. Как получить те самые талоны на питание? Добрый день. Естественно, я постараюсь вкратце изложить. На самом деле, что путь совершенно не трудный, но есть все-таки нужно сконцентрироваться и обратиться в правильное место для того, чтобы получить бенефит. Вероятнее всего, самый быстрый способ подать заявку на участие в программе SNAP, как она называется, это можно на онлайн. Будь это, если вы пользуетесь интернетом, вы можете обратиться на сайт mybenefit.nyu.gov либо accessnewyork.gov. Я рекомендую все сайты, которые вы будете отмечать. В первую очередь, это сайты должны быть government сайты. Если вы живете в Нью-Йорке, после того, как вы на самом деле заполните это заявление, вы имеете полное право заполнить заявление и даже сделать так, чтобы проверить, или вы имеете возможность получения бенефитов. То есть вы должны четко указать в аппликейшене, который вам будет представлен, вы должны четко представить всю информацию. То есть количество, состав семьи, будь это один, будь это два человека. Полная информация должна быть составлена в плане вашего инкома, места проживания. Вот, кстати, давайте остановимся на этом пункте о доходе. Елена Мисюль, пенсионерка из Нью-Йорка, вместе с нами. Итак, давайте попробуем понять, можно ли считать Елену малоимущей. Вот примерно сколько вы зарабатываете в месяц, если не секрет, Елена? Ну, вместе с пенсией? Ну вот вопрос. Раиса, вместе с пенсией считается или нет? Конечно, абсолютно. Любой ваш инком, любой доход, это называется ваш инком. То есть даже если вы доллар с каких-то других средств получаете, это все считается вашим инкомом. Так, то есть какой ваш? Больше 5000. Считается? Сколько? Больше 5000 долларов. Это все идет по официальным документам, не наличными, а вот по официальным. Нет, да? Конечно. Остальные документы, конечно. То есть более 5000 вы получаете в месяц ежемесячно, верно? Месяц ежемесячно вместе с пенсией, я подчеркиваю. Но это не имеет значения, абсолютно не имеет значения, либо это вы работаете, либо employee вы, либо вы получаете пенсию. Если ваш инком составляет 5000, опять-таки, зависит от состава семьи. Какой состав семьи ваш? Я одна. Ну, честно говоря, если вы имеете ваш gross income, то есть грязный ваш 5000, то вы не можете иметь, не имеете права на получение бенефита. Учитывая, что существует определенная градация в плане того, какой состав семьи и какой income индивидуально на каждого человека. Раиса, а учитывается ли, например, сколько человек платит за квартиру как расход? Обязательно учитываются все показатели в плане, если вы оплачиваете рент, плюс если у вас есть utility, оплата за газ, за свет, за телефон. Так, ну вот, допустим, если это половина от этой суммы, 2500 тоже не считается малоимущим человеком? Нет, я просто не хочу. От какой суммы идет, чтобы понять? Каждый человек имеет право на получение бенефита, вот поэтому я и разъясняю, и объясняю в плане того, убедиться в плане того, что имеете ли вы право на получение бенефита, вы должны просто зарегистрироваться и указать всю полную информацию, которая необходима для того, чтобы получить бенефит. Так вот, о количестве бенефитов, сколько вы будете получать, это одна сторона. А имеете ли вы право на получение как бы на одного или на двух или на трех, сумма не должна составлять более 1500 долларов. Угу.
1500 долларов в месяц. Это я, знаете, так вкратце сказала, это просто цифру такую сказала, но, по крайней мере, на одного человека где-то должно быть 1300 долларов. Угу. Елена, я думаю, что у вас есть все-таки шанс попытаться, потому что есть доход, а есть расход, и вполне вероятно, что... Нет. Но есть расходы, конечно, но дело в том, что у Елены 5000 инком, то она не будет иметь, вероятнее всего, она не будет возможности иметь получение бенефита. Существует определенная градация в плане получения бенефита. Но опять-таки, если вы эту форму заполните на интернете, и либо сегодня, я даже могу сказать, сегодня, если вы живете, скажем, в зип-коде 112-35, это Шипсхед Бэй, вы можете обратиться в офис 2865 West 8 Street. Я сегодня конкретно позвонила и объяснила, имеете ли вы право, придя в офис, изложить всю свою информацию. Если вы не имеете возможности воспользоваться интернетом, но ситуации бывают самые различные, вы имеете полное право прийти в этот офис, и вам помогут заполнить application. Плюс ко всему, когда вам помогут заполнить application, вы на определенном этапе времени получите свой бенефит. А если вы не живете в районе, скажем, я называю Шипсхед Бэй, то вы можете позвонить в Office of Temporary Disability Assistance по телефону 1-800-342-3009, 1-800-342-3009, и по вашему zip-коду, следуя подсказкам автоматизированной системы ответа на звонки, вы получите конкретный ответ, куда вы непосредственно можете обратиться, в какой офис, для того, чтобы заполнить application и получить полную информацию в плане получения бенефита. Елена, я вижу, что вы очень расстроились. Но... Нет. Дело в том, что существует же без application бесплатное получение еды по Нью-Йорку. Очень доступно. Это совершенно другое. Если вы хотите получить бесплатное питание, то, естественно, вы можете получить, есть масса таких организаций, называется Meals on Wheels. Вы можете обратиться в эту организацию. Это еврейская организация, которая называется Джаза. С вами будут разговаривать по телефону, то есть будет сделан ассессмент, исходя из вашей финансовой и ситуации, где вы живете и как вы живете. И, соответственно, с этим, естественно, вам будут доставлены продукты питания домой. Но это не будут фудстепы. Елена, вот как раз вы пытались пользоваться такими программами, пытались получать продукты? Есть, значит, ну, во-первых, когда началась пандемия, в любой школе вы могли получить питание. В любой школе там не спрашивали никаких документов, ничего. Ты приходил в школу, тебя только спрашивали, сколько тебе? 5 штук заказов, 10 штук, сколько хочешь. Есть Елена, вот, например, во время пандемии... Раиса, давайте дадим Елене договорить. Да, пожалуйста. Вот, например, ну, как бы, я не знаю, но есть такое, недалеко от меня церковь находится, которая находится на Картелью Роуд и 7-й церковь. Она каждый вторник, второй, выдает еду телегами. Здорово. Мы сейчас, смотрите, мне был поставлен вопрос. Сейчас я объясню, Раиса. Как раз мы хотели, это же продуктовые эти карточки, это получается, дают вам карточки, вы можете купить на них еду, которую вы хотите, а не ту, которую вам выдают. Да. Раиса, у меня как раз вопрос, на какую сумму, в принципе, может рассчитывать условный пенсионер, который получает, или не пенсионер, малоимущий, который получает не более 1500 в месяц? Сколько это денег? 200 долларов? 300? Сейчас скажу, если состав семьи одного человека, то этот человек получает 250 долларов на одного человека, но опять-таки эти расчеты введены после того, как в связи с пандемией вот эти расчеты, это повышение получают те граждане,
которые живут, например, если человек живет один в квартире. Если два человека, то он может получать $459, если три человека — $658, если пять человек — $835 и так далее. Я просто наизусть все эти цифры не могу вам сказать, но тем не менее, если вы правильно заполните свою форму application, исходя из вашего состава семьи и вашего income, вы, естественно, получите food stamp. Еще я хочу сказать о том, что также могут получить food stamp те люди, которые абсолютно не имеют никакой финансовой поддержки. Они имеют право, учитывая, что application, когда заполняется, срок рассмотрения application 30-45 дней, но если у человека, как мы говорим, emergency ситуация, то он может и не имеет никаких абсолютно финансовых сбережений, абсолютно ничего не имеет, он имеет полное право на получение на экстра food stamp, которые называются emergency food stamp. Так, спасибо огромное, Раиса. Елена, ну что, будете пробовать? Нет, ну я не пройду. Я это знаю. Значит, Леночка, если вы не пройдете, то вы молодец, вы большая умница, что вы, живя в этой прекрасной стране, God bless America, работали и получили такую возможность получения вашей пенсии. Я не стану еще раз и еще раз озвучивать ту сумму, которую вы назвали. Даются food stamp, даются для малоимущих людей, у кого не хватает на месячное проживание, скажем, на рент и на все остальное.